Всем привет, меня зовут Бексит Вакензар Акниетович, я чемпион Аламанка 2020. Настроение отличное, наконец-то чемпионство, очень рад. Ну, на самом деле получилось довольно-таки не так сложно, как ожидалось. Все три матча выиграл, не пропустив всего лишь один гол, поэтому, в общем, все хорошо. На таких турнирах крупных, как Аламан, Сетанта, обычно лучшая тактика – это владение мячом, быстрые контратаки. И самое главное – плотная защита. Ну, опыт 2006 года играю, получается 14 лет уже. И, ну, в принципе, опыт на высоком уровне имеется только, наверное, год. Летом 2019 года участвовал на Сетанта Кап, который проводился в Алмате. Там я дошел до 1/8 финала и вылетел на серии пенальти. Мои впечатления от этого турнира невероятные. Очень все понравилось. Организация на высшем уровне. Сцена очень красивая. Было очень приятно играть. Кресла, монитор. Все на высшем уровне. На 2020 год у меня цель стать чемпионом Казахстана. Первая цель была стать чемпионом Караганды. Затем дальше двигаться и стать чемпионом Казахстана. Призовый фонд потрачу на новый монитор и новый джойстик. Всем желаю идти к своей цели, никогда не сдаваться и всегда верить в себя.